Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует канал «В гостях у Елены». Сегодня будем готовить фигурное печенье. Для этого нам нужно 200 грамм масла, 2 стакана муки, стакан сахара и 2 столовые ложки, тоже сахара, яичный желток и яйцо, 1 яйцо для смазывания печенья, 10 грамм ванильного сахара, пол чайной ложки соли и пол чайной ложки разрыхлителя. В масло добавляем сахар и ванильный сахар. Размешиваем. Размешали, добавляем сюда желток и яйцо, соль и опять размешиваем. Так. Размешали, добавляем 2 стакана муки и разрыхлитель. Перемешиваем. Тесто вымесили, разделим его на две части, положим пакетик и в холодильник на час. Разомнем немного, чтобы было площадь потоньше, чтобы подмерзло получше. Холодильник отправляем. Можно и на час, можно немножко на больше, чем на час. Вот наше тесто уже в свое время пролежало в холодильнике, остыло. Теперь будем его раскатывать. Так, возьмем сначала небольшую часть. Делаем фигурки. Выкладываем на противень. Вот такое у нас получилось фигурное печенье. Отправляем его в духовку разогретую до 170 градусов, до золотистого цвета. Вот наше печенье золотистого цвета. Теперь его смазываем яйцом.
И отправим еще минут на 5 до полной готовности в духовку. Вот наши фигурные печеньки готовы. Кому понравилось, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.